Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие мои зрители. Давайте мы продолжим рассматривать акиду, вероубеждение и все, что связано вот с этим сердцем, с иманом именно. Давайте сегодня посмотрим такую тему, как таваккуль. Таваккуль, то есть полагаться на Аллаха. Таваккальту аля Аллах. Говорят же, таваккальту аля Аллах. Полагаться на Всевышнего Аллаха. Чуть-чуть мы ее раскроем, эту тему. Внимание! Таваккуль – это когда человек, предприняв все усилия, материальные затраты, моральные усилия для достижения определенной цели, тем не менее в получении результата надеется на одного Аллаха Тааля, уповает лишь на Него. А если не достигает ожидаемого, то не терзается, а проявляет покорность своей судьбе и говорит себе: возможно, для меня это даже лучше. Как говорят у нас в народе, да? Все, что не делается, делается к лучшему. Ну, у нас, у мусульман должно так это звучать. Все, что не делается, делается по воле Аллаха. Хайр или гебулсен. Пусть наилучшему это будет. Потому что в священном Коране Всевышний Аллах велит: но бывает и так, что ненавистно вам то, что благо для вас, а что желанно вам, то зло для вас. Ведает Всевышний об этом, а вы не ведаете. Сура Аль-Бакара, аят 216. Из этого аята следует, что, возможно, на самом деле бывает так, что когда ты полагаешься на Аллаха, усилия делаешь, и нет, не выходит у тебя. Например, сильно влюблен молодой человек в девушку, и уже они договорились о никахе, например. Все. Таваккальту аля Аллах, по шариату все делает, и что-то, раз-два, и не происходит этот никах. То есть насыпьюк. То есть не предписано тебе это. Не предписано именно это тебе невеста Всевышним Аллахом. Но через годы ты можешь понять, что так даже лучше. И это можно использовать в любую сферу, да? Бисмилляхи таваккальту аля Аллах. Вообще, мусульмане спокойно относятся к любым ситуациям. Мы должны научиться. Все дело в нашей голове. Мы должны научиться хорошо относиться к положению вещей, которые с нами происходят. Чтобы так относиться спокойно к некоторым сложным ситуациям в жизни, стрессовым, нам нужно получать знания об исламе. Например, таваккальту аля Аллах. Вот эту тему сегодняшнюю, таваккуль, полагаться на Всевышнего Аллаха. Если что-то не получилось или что-то по-другому пошло не так, то мы говорим мусульмане: все по воле Аллаха. Вот вы часто, некоторые мусульмане прям постоянно говорят: на все воля Всевышнего, на все воля Всевышнего, на все воля Всевышнего. Первое время ты так это относишься, да, он так говорит. Но это на самом деле, когда много об этом говоришь, даже сам себе: на все воля Аллаха, на все воля Аллаха, даже так. Сам себе надо проговаривать это. Мы тем самым в мозг даем задачу, что все по воле Аллаха, успокойся. Успокойся. И мозг начинает, как бы, ну, с себя ответственность снимает. Когда вот все, что ты сделал и не получилось, да, чтобы в стресс не впадать, на все воля Аллаха. Аллах тебе это очередной раз показывает. И вот этот случай может тебя научить полагаться на Всевышнего Аллаха и верить то реально, что все происходит по воле Аллаха. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем добрые комментарии. Ассаляму алейкум. Дай вам Аллах таваккуль, правильный таваккуль, чтобы вы полагались на Всевышнего Аллаха правильно и всегда. Ассаляму алейкум.